Голодцов нужен сейчас Билличу не только для того, чтобы потянуть время, а еще и для того, чтобы поиграть головой. Там он повыше, чем Кайседо, несмотря на то, что Кайседо... Чуть-чуть подчувствовал атмосферу. Это было очень приятно, конечно, но совсем не то, когда ты приходишь и играешь не с переживаниями каким-то, проявить себя, а уже знаешь свое дело, уверен в себе намного больше, чем раньше. Конечно, это будет чуть-чуть по-другому. За Локомотив играть, за цвета Локомотива. Посмотрю направо – один жизненный путь. Посмотрю налево – вспоминаю другие жизненные моменты. Мы не только вместе тренировались, и в интернате жили вместе. Бок о бок ходили, футбол смотрели. Мирончуков, Бару просто, Рифата. Этих ребят понимаю без слов. Российский. Это и должно было случиться, чтобы я сюда вернулся. В Воронеже я в Локомотиве был, здесь приехал в Локомотив. Я, можно сказать, пол своей карьеры отдал железнодорожникам. Для меня всегда мечта была играть в Черкизово при полном стадионе, при своих родных болельщиках и играть за цвета Локомотива.